Так, мой циклон. Изготовлен из пластикового конуса. Патрубок диаметром 65. Клеем термопистолетом. Собираем систему пылеудаления. Пылесос обычный, бытовой, ведро, мусор. Ставим циклон . Что очень важно, герметично закрепляем его на ведре, чтобы не было подсоса воздуха. Если будет хотя бы малейший подсос воздуха, пыль будет уходить в пылесос. Вставляем верхний патрубок. Подсоединяем его к пылесосу. Система готова. Включаем пылесос. Попробуем все то же самое, только с надетым шлангом. Шланг 63 миллиметра. Попробуем с надетым шлангом.